Всем привет! Баба Вера, как всегда, с вами. И сегодня хочу выполнить просьбу одного подписчика, написано Артем Флекс. Просит, надеялся, что я замечу его комментарий. Заметила! Но он просит мемная папка Ксенон Леон. И что это такое, я не знаю. Я даже, ну как говорят, первый раз слышу и первый раз будем смотреть. Что ж это такое? Ну что? Мемная папка, так мемная папка. Леон, так Леон. Ксион, так Ксион. Поехали! Песня про Brawl Stars! А я думаю, прошу песню. Мне не надо real life. У меня есть Brawl Stars. Они знают, что я легендарен, как Леон. На мне стильный капюшон. Иду по любой ценой, ребята. Кадрил еще не вымер, не кадрил всех этих выдор. У меня и Шелли, и Бибе доказал, что я в мемах винер. Бабло, надо похвастаться. Ты стреляешь, но снова мимо. У меня тоже такое. Окей, let's go, больше кубков мне на стол. Я открыл свой мегабокс, пока ты открывал бигбол. Я как будто босс, делаю тебе бубови, ты просто ебубо. Победить тебя легко, сука, у меня есть кольца, у него есть твой. Когда залетает бой, не чувствует только боль. Ты знаешь, что я легендарен, как Леон. На мне стильный капюшон, иду по любой ценой. Ребята, вам пора домой. Когда видят за углом, все шепчут, он или не он. Постоянно он и нон за мной, целый легион. Пока! Поторопись, совет! Я вернулся! Юрешка! Ебанушка! Пацаны, вообще, ребята! Это просто охуенно! Нихуя ты поглажал! А, думал, просто! Вы бебру! Прям сейчас. Легендарен, как Леон, на мне стильный капюшон. Иду по любой ценой, ребята, вам пора домой. Когда видят за углом, все шепчут, он или не он. Постоянно он и нон за мной, целый легион. Легендарен, как Леон, на мне стильный капюшон. Легендарен, как Леон, постоянно он и нон. Блять, даже я такую хуйню не делаю. Я типа делаю хуйню, но хуйня хуйне, рознь как бы, и такая хуйня. Ой, бог ты мой. Зубы не чистила с утра. Аж парня как покоробила. В российск это... Да, это планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы Тиффани, а вы Картьян. А вы знаете, что такое Тиффани? Да, это мое имя. Ага, понятно. Девушки, а чем вы занимаетесь? Бог ты мой, собрал всех, всех, отснялся, выучил стишки, вышел заяц на крыльцо. Ну, монтажом я восхищаюсь. Монтаж классный, конечно. Молодец или молодцы, куча, может, работала. Ну, говорят, что эта музыка вот эта используется в Bubble Quass. Ты как? Правильно сказала или нет? Не знаю. О, ну не может быть! Я, конечно, вообще не представляю. О, меня так это поразило. Хотя я не знаю, что это такое. Да ладно, не знаешь, не знаю, вот так. Не все знает бабушка. Иногда учусь и учусь и учусь. О. Ну, ладно, это так все. Действительно получилось неплохо. У него монтаж мне понравился. Не, как говорят, молодежь как говорит. Годно, годно получилось. Так что много мата, конечно. Это мне не понравилось, как всегда. Девушка так материлась, но я решила, что она просто зубы утром не почистила. И все.
О, а так, знаете, типа без мата не такой крутой, а с матами вот подойдет все, все и нам подойдет. Не, нам не подойдет. Ну, что могу сказать? Удачи и процветания, и все. Так что пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.